Тираспольский «Шериф» третий раз подряд сыграл в ничью в Суперлиге Молдавии. В минувшем туре «Шериф» на своем поле весь матч штурмовал ворота «Зимбру», но забить не смог. Итог 0-0. Прострел Раделича. Удар! Вот это момент и суперсейв. Пробрасывает этот мяч Рикардиньо. Момент у «Шерифа» к позу. Куда ты пробил-то, Патрик? В первом тайме мы создали очень много моментов, но здорово сыграл вратарь. Были невероятные спасения. После перерыва было то же самое. Мяч непонятным образом не оказался в воротах. В раздевалке я сказал команде, с таким количеством моментов обязаны были побеждать. 20 ударов по воротам, из которых 10 в створ, 10 подданных угловых. Но для забитого мяча этого не хватило. Героем матча стал греческий голкипер «Зимбру» Янакопулос. Он неоднократно спасал свою команду от гола, а в некоторых эпизодах игрокам «Шерифа» не хватало точности. Для «желто-черных» это третья ничья в чемпионате подряд. Ну, Арик Баджо, как не забиваешь? Нам важно было контролировать мяч, надежно играть в защите и через середину поля быстро доставлять мяч в атаку. К сожалению, не забили. Очень многое будет решать следующий матч. «Шериф» продолжает лидировать в чемпионате Молдавии. За два тура до конца турнира она опережает ближайшего преследователя «Петрокуб» на 3 очка. «Петрокуб» дома уверенно обыграл «Бельцы» 3-0. В воскресенье, предпоследний 9-й тур, «Шериф» в Кишиневе на стадионе базы «Зимбру» сыграется «Святым Георгием». А рядом «Петрокуб» на главном стадионе встретится «Зимбру». Заключительный тур Суперлиги состоится 20 мая.